который из них будет читать свой стих? Давай, зачитаем его. Prose production. Голос из подъезда слышен кашель, но выходя из-под доса, у меня в зубах заколоченная папироса. Походкой борзой иду по своему району. Походкой борзой разбираю в голове чека, сочиняю в наушниках, пиздатый бит играет. И это будет неплохо, я вам отвечу, я рядом окружение. Именно то, ключик им, дамы и вино, а нам сегодня повезло. Мы сорвали крупный курс, кинули немного, взяли коробку мапу. Пошло. Время пролетает, время не игрушка. Я чувствую, как старше становлюсь. Но меня это не радует, но мысли посещают результаты. Я решил залезть в андеграунд. Вокруг меня бетонные стены и люди все из теми, но мы в лучшее верим. Ты мне уж поверь, мы вылезем из темени и наступит яркий день. И наступит яркий день. Если это наступит яркий день, я еще немного подредактирую. И наступит яркий день. Мне эти строчечки, бля, буду сочинять не лень. После твари я отвечаю. И я продолжаю за ним, чтобы не продолжил потухать этот стих. Я покажу свой стиль, который конкретно в этом городе для разношерстных этих рэперков, факов, сука.